Итак, мы поднимаемся на вершину горы на фуникулёре с Владимиром Брахмапутрой. Очень красиво. Ничего, какая красота. Боже ты мой, а. Цветы. Сады. Сады. Горы. О, слушай, Вовка, извини, что-то уронил там. Да, тихо. Ничего страшного. Заборы. И лысо. Мы прямо возвышаемся. Башка, вот смотрите, там на дорогу. Вот она на заднем фоне. А на переднем фоне меня сегодня обозвали ламой. Да, да, да. Они сказали, что он лама. Мне надо всем тебе, ой, всем этим индийцам говорить таши деле. Таши делек, да. Делек? Делек, да. Это здравствуйте, по. Таши делек, да. Здравствуйте по-тибетски. Да, да, да. Дай-ка. Миранам Миша Хай. Ага. Вот это красота! Мы поднимаемся вот туда, вот там вот наверху находится храм, он называется Манасы Деви. И в этом храме происходит Манасы Деви, Деви, отвечающая за Манас. А Манас — это значит сознание, сознание, которое содержит в себе всю вселенную. И в этой вселенной пребываете вы, которые смотрите эти видеокадры, снятые при помощи сознательного действия фотоаппарата.